года. Ага. Меня кто-то сюда звал на лыжи покататься. Что-то пока. Сноуборд лежит в России до сих пор. Я не могу его забрать никуда. Вещей много. Петли. Ага. В основном такие вот вещи не любят.
автомат. Ну да. А у тебя робот стоит? Да. А, ничего себе. То есть у тебя, если стоишь на горе, то он откатывается назад? Да, да, он очень держится. Это пипец просто. Это, да, это неудобно. У меня была машина на роботе, но первый и последний раз. Да? Вообще ужасно, да. Вот я там тоже, там нельзя ее оставить, она сразу катится. Да-да-да, я это не люблю, да. Автомат еще хорошо. А это пипец, я даже на горе его оставить не могу, у меня просто везде катится. Он везде катится, мне надо только дорогу местности. Удивительно, да, как они туда лишь его открыли. Ручник, он там 3,5 тонны, это пипец. Так я же почему говорю держать, это как-то немножко, да? Я вот здесь вот не встану нормально, вот здесь. Или, ну, вот эти подставки делать, я не знаю, встаешь, что подставку ставишь, потом укатится. Если был нормальный автомат, вообще бы супер было. Вот сейчас там пошли уже такие машины. Автодома, точнее, на базе Ford автомат. Ford, да, понятно, Mercedes. Ну да, вот такие автоматы, они хорошие. Да. А Ducato самый простой. Многие же берут именно из автомата, например, там я смотрю некоторые. Я автодом взял бы, чтобы был автомат. Ну, я хотят, чтобы был автомат. Ну да, да. С Россией тем более, конечно. Сейчас без разницы. Ну, наверное, механика даже будет лучше, потому что на скорость можно поставить. И все. Механика. А это ты не поставишь нигде. Ну, как этот на паркинг поставил? Нет, ну, такую, да. Хотя бы автодом можно на скорость поставить. Ну, понятно. Да. На первую поставил, он не скатится точно уж. Уже пошли горные отели, видишь, где можно жить и ездить кататься. Везде. Тоже закрыт, по-моему, да? Да, только как. Сезона ж нет, видишь, Сьерра Невада. Опа, да. Парк Националь. О, какие ущелья пошли. Снег он уже лежит на склонах. Уже пошло, да? О, в тени там. Да, да, да. Так что мы должны добыть снег. В поисках снега. И ограничение 60, видишь, стоят. Поэтому тут вон 40 даже, видишь, если вы. Невозможно туда. Сосны. В принципе, это в основном, видишь, отели, кемпинги. Сьерра-Невада. Такая небольшая деревенька. Then
19 показывает, 19 километров даже. Или другой, наверное, да? Ну, мы-то едем не конкретно в эту деревню, да? Мы поедем, этот перевал пересекем и потом пойдем в сторону же моря. Угу. Непонятная зона. Нельзя. Да? Вот туда зеленый маршрут. Да? Ну, странно, да? Показывает сюда нам. А вон там закрыто все, да. Да? Вот туда нам надо ехать. Так. Ну да, значит туннель. Интересно, какой здесь. Вот, друзья. Вот видишь, кстати, маленький автодом, видишь? Да, на базе вот Renault Traffic люди здесь спали, видите? Ага, да, удобненько так. Да. Друзья, как видите, отдыхает. Собачка вот другой стоит, тоже здесь отдыхает. Да? На горе. Поставил себе подножки. Пожалуйста, спи здесь. Да, сейчас, как говорится, проложим себе новый маршрут. Ага. И вот, друзья, Сьерра Невады, верхушка. Видите, как мы высоко поднялись. Вот здесь вот закрыты все, видно, парковки в отеле. Дорогу вот здесь только через туннель идет такой. Плаза. Ничего, видно, походу, не работает. В общем, одни отели здесь. Автобусы. И вот, друзья, что из себя представляет Сьерра Невада. Горный городок. Все убрано, никого нету. Столики стоят, стулики. Да, что-то типа охранника. Еще вот место, где носик попудрить. Отели одни. Горный домик, конечно, красивый очень. Вот, видно, смотровая площадочка. Сейчас в нее заглянем. Да, прямо время сейчас где-то 8 утра. Наверное, уже 9 час. Кажется, здесь тупик. Надо возвращаться будет опять туда, в сторону Гранады. Мы хотим ехать уже туда дальше, в сторону Тривьехи, туда, Альмерии. И, походу, здесь насквозь не проедешь. О, видите, какая красота здесь. Ох-ох-ох. Горы. Вот еще, друзья, снег лежит наверху. Немножко. Строится. Да. Меркадон, можешь посмотреть.
успокойся, это уже моя вопрос. Коева, знаешь, что такое? Ла Коева. Нет, Коева, Коева, не знаю. А, что это такое? Пещера. А, пещера. Ла Коева, о. Мотриль. Вот оно написано, Мотриль. Такое французское название какое-то, правда, мне кажется? Да, что-то французское. Что вы, ребята, пустите нас. Диамакс. В джипе круто. Чувак. Барбон, даже. В принципе, 500 метров можно здесь даже. Знаешь, хватит. Гестапо, которая это... За парковку выписывает штрафы. Dentro de 400 metros, gira a la izquierda. Спортсмен. Сентра. Сентра, да, Сентра. Окошко это уже. Аврора Плаза. Парковочку где-нибудь сейчас там уже посмотреть. Ну, не все синие все равно, видишь. Ну, я заплачу за часики там, если. Мы тебя можем высадить и потом заберем, никаких проблем, что-то. Если это так, потом... сейчас посмотрим просто, что центр себя представляет вообще. Да, потом искать будем. Вот, видишь, вот. Мы будем вот здесь вот. Угу. Потому что нам это интереснее, правильно? Green Zone называется. О, супер. Не, давайте я там вот буду нормально. Я дойду пешочку. Конечно. Поэтому я говорю, что мы сейчас вот поглядим, какие обстоятельства. Gira a la izquierda. И después. Tu destino estará a la derecha. То есть вот это получается самый центр. Ну да, центр такой, да. Сейчас. Это что у нас за парк, нет? Да. Танкштелле. Танкштелле. О, посмотри, как красиво. Ага. Какая красота. Dentro de 50 метров. En la rotonda toma la cuarta salida. Dentro de 100 метров. Gira a la izquierda. Gira a la... Жаль, что мы не такси, правда? Mm-hmm. Называется. Вот смотри, какое место. О, на... супер. Немножко как бы тут типа нельзя на сепе написано. А что такое-то? Это нормально все. Карго, дискарго. Мы дискарго для выгрузки груза. А. Здесь ставим все, может, чуть в другом месте или... Ты хочешь заплатить? Давай. Итак, друзья, мы сейчас находимся в Мотриле. Приехали в городочек. Сейчас я вам немножко покажу его. Здесь. Город Мотриль. Вот познакомился, ребят, с девушкой. Потом увидите видео полное. Зовут Альма. Альма, здравствуйте. Еще раз. Почему еще раз? Да я просто уже снимаю на другую камеру. Это вы прям здесь спите, получается, да? Ну, ты сейчас нет, я поспала, я чем-то должна. И ты, я, ну вот как, ну ты есть у меня свои дела, вот. И ты вот, ну и ты пор хлеба. А, за хлебом свои дела? Ищет, вот так ищет, вот, ребят, Альма живет. Ищет два пара-параса. Вот все вещи. Покушать парапахар, парака, кошка. Ага. Ну вот так. Я не кушаю вот это сладкое. Я даю вот этому. Ну ты другоист там, кем хочешь. Кем хочешь. Ага. Ты, вот я кушаю вот так и так. Вот имею микрон, да? Угу. Ты... Здесь два микрон, да? Угу. Вот, и, вот принесли вот пицца, пиццерия. Вам, да? Я работала в пиццерии, я не хочу. Вот вам. Вот не значит... могу вот так, вот там. Вот там, а, где вот здесь, сидит, да? Вот. Так, вот сюда, вот здесь оставить, да? Да. О,
Вот так. Вот, угу. Вот так. О, отлично. Ну, все, оставим туда. Спасибо. Я не могу вот так. Вот necesito para pájaro. Ага. Algo. Ну, después mañana tomo cafelito. Кафелито. Ну ты не. Хорошо. Вы увидите видео, у вас ведь сын ожидается. На канале «На ходу» видео увидите. «На ходу»? «На ходу» называется канал, YouTube. А и у нас русская тенда. Да, на русском прям напишите. «На ходу». Решетка «На ходу». И кеста, кеста. YouTube, YouTube, YouTube. Периодику? А, периодик, что это? Ну, как сказать, газета? Не, нет, YouTube, YouTube. В интернет, интернет. А, интернет, YouTube, интернет. Имеем подружка. А, подружка. Ты нам можешь написать? Да, просто можешь запомнить, на ходу, на ходу. На ходу? На ходу, да, просто 6 букв, на ходу, и все. И все. Альма. Все, Альма, хорошего дня, вам счастливо. Да, хорошего спасибо. Дня. Все, хорошо. Альто, красивый, добрый человек. Ага, спасибо. Ну, вот, хорошо. Ну, вот, хочешь, я вот... угощают. Не-не-не, спасибо, я кушать не хочу, спасибо. У вас сегодня шоколадка хорошая, вкусная такая. Ну, все, счастливо вам. Не кушаю. Ага, хорошо. Не кушаю. Спасибо. Ну, вот, ребята, живет хочешь, Альма. Хочешь, Альма здесь живет. Кактус. Не-не-не, спасибо. Вот живет Альма, ребят. Продает кактусы, видите, такие кактусы красивые. Вот живет, оставили без жилья. Вещи все с собой, вот так вот здесь, друзья. Из Литвы девушка. Круто, конечно. Все, счастливо. Счастливо. Так, а мы ребят, с вами. Все, мы. Окей, окей. А мы с вами пойдем прогуляться по городу Матриль немножко. Здесь рядышком центр. Мы едем, ребят, в сторону Альмерии. И вот заглянули в город Матриль. Он на море. Просто пройтись, посмотреть немножко, что за город. Я как-то в него раз заезжал, но был на автодоме и не стал гулять. А сейчас вот так возможность. Время немного есть. И мы посмотрим городок с вами. Как раз недалеко от центра. Ребята, здесь центр уже видно. Небольшой городок. Оранж. Так смотрит на меня интересно.
Видно, не часто сюда заезжают тут снимать на видео. Базар Чина. Китайский рынок, типа. Вот здесь центр, друзья. Такой, видно, небольшой центр. Улочки. О, клиника ветеринария.
такой городочек. Мы с вами гуляем сейчас по центру, друзья. Тут, к сожалению, такой улочки нету, прям что прям вот типа Main Street. И вот дворики, город Матриль. Тоже невысокие здания, друзья, 4-5 этажей буквально. Думаю, иммобилярия. Здесь иммобилярия не вижу.
улочки кафешные. Конечно. Погуляв так немножко, ребят, конечно, можно сказать, что городочек такой, как это назвать, дыра дырой. Но по-своему прикольно. Такой маленький, конечно, с Гранадой вообще тут не сравнить. Рядышком, хотя город на море находится. Центр небольшой, очень много, ребят, фрутерий, тоже эти фрукты, овощи. Какой-то райончик ходим, интересно так. От дождя видно, что ли, такие сделаны штучки. Они, ребят, так классно почту развозят, смотрите. Тележка, тетя почтальон. Вот мы видно, выходим на какие-то центральные улочки, женщины. Красивые зонтики. Такие зонтики я уже в многих городах видел. И в Дании, и в Турции. Красиво. Наверное, вот такой Бродвей, Матрилля. Примор. Я уже туда не пойду, уже время мало. Город такой активный. Сюда прогуляемся.
Сереж, через 10 минут буду, Сереж, подхожу. Сереж, через 10 минут буду, подхожу. Так, ребята, ух, тут активно у них. Ребят, какие здесь цены на жилье. Сейчас вам покажу. 49 тысяч евро. Это у нас 72 квадратных метра. Такая квартирка. Вот 146 тысяч евро. Это у нас 105 квадратных метров. Дальше вот у нас 90 квадратных метров, 89 тысяч евро. Вот такие фоточки. 116 тысяч евро. 78 квадратных метров. Такие вот фоточки. 136 квадратных метров. Ой, 136 тысяч евро. 100 метров квадратных. Вот 108 квадратных метров, 89 тысяч евро. Большая квартирка. Вот. 78 тысяч евро квартирка. 85 метров квадратных. 155 тысяч евро. 42 метра квадратных. То есть это видно с хорошим видом, наверное, какое-то красивое. Дальше вот 162 тысячи евро, 50 метров квадратных, ух ты, с хорошим ремонтом. Вот, друзья, 86 тысяч евро, 70 метров, ну, в общем, в таком вот духе, друзья. Такие цены Матриле. Идем дальше. Вот этот парк, где живет девушка. Так, пойдемте еще раз. Их тут гоняют. Счастливо. Ребят, какой-то из таких классических домиков испанских здесь смотрели. Вот. Новый, свеженький такой. Ну, видите, все балкончики большие с жалюзями. Что классно. Так, вот наша машинка стоит. Угу. Такой интересный, друзья, домик. Такие балкончики круглые. Испанский флаг.
красиво развивается. Кафешка. Сейчас мы еще в одно местечко сходим красивое. Смотрите, какая красота здесь. Вот. Это подъем такой красивый. Фонтанчики. Что-то типа парка. Так. Вот, ребят, мне у них вот такие нравятся, смотрите. Маркиз как сделан, хорошо. Интересно, так окошко такое с маркизы, прям маленькое. Перекидца. Переходим. Парки de los Pueblos, вот, de América. Вот какой парк, это американский. И мы немножко прогуляемся по этому парку красивому, друзья. Опа. А то сейчас тут меня зальют. Какая красота, ребята. В Мексику попали. Кактусы, друзья. Мексика. Ух ты, как он тут на мочке ездит. Круто. Красота. Здесь еще одна была видна набережная. Видите, здесь еще не ходил. Город достаточно большой. Ага, вон ребята идут.